Welcome home. What is it? Very well. Let me. Все 3900 нужно для левела. То есть еще 30к примерно. Пойдем набивать. А после этого пойдем уже дальше в духовную деревню Ниаргул. Не все, блин, чуть-чуть не хватит. Thank you.
бежал, блин, мимо него, как идиот просто. Пробежал, махнул не туда. Все, 3900, еще 10 примерно, чуть больше. Где дядя с топором? Ну, что там? Ё-моё. Еще 4000 примерно, еще чуть-чуть и будет ловить. Блин, эти вороны просто унижают. Есть вещи, которые не меняются. Унижение от ворон. Блин, еще 1000. Нет. Нет.
кажется, не хватает. Кажется, не хватает одной буквально тысячи. Точнее, одной тысячи, одной десятки. Все. Можно уходить. Что-то долго грузится. Что-то впервые такое. Только вот не говорите, что вы зависли. Ну, уже реально минуты две, наверное, грузится. Мне кажется, это F. Интересно, в каком моменте она сохраняется? Мне сейчас все фармить заново, блин, 30к. Кажется, принесло. Игра зависла. Впервые у меня такое
в принципе, не только Bloodborne, а в принципе на PlayStation 4. Не знаю, зависла или нет, но, короче, минуты три она грузилась и так не отгрузилась. Вот. Но прогресс не был утерян. Я на том же месте, где и, собственно, в лампу эту. Лампу эту, ну, использовал. В общем, там же, где я был, с тем же количеством душ, так что хотя бы в этом повезло. Попробуем еще раз вернуться в сон охотника, что-то. Let the hunter be safe. Let him find comfort. Aww. And let this dream, his captor, foretell a pleasant awakening. Be one day a fond, distant memory. Как мило, она молится за меня. Ah, I must have drifted off. What is it? Very well, let me. А теперь можно налегке пойти дальше в часовню Яргул, оттуда в тюрьму, посмотреть, что там еще в тюрьме осталось интересного. Точнее, на выходе из тюрьмы. В тюрьме ты уже все посмотрел. А вот на выходе из тюрьмы что есть, я не смотрел. И не в курсе. Ну, теперь, по крайней мере, не страшно умирать. Все души использовал. Вот тут вот и вот там вот только снизу. Что же там есть, мне хочется посмотреть. Но тут надо просто пробегать, потому что тут просто жесть творится. Тут были охотники, причем сразу трое, блин, я их уложил, уработал. Фу, хрена! Так долго замахивался. Вот тут что снаружи, я даже не знаю, на самом деле. Это что за говно? Это что за говно, твою мать? А тут что? А тут продолжение пути. Тут
еще путь вниз куда-то. Да ладно. Нет, это меня не интересует. Ну, это уже получше, но все равно не особо. Где это? Это другие камеры или те же самые? Сейчас не пойму. Это похожие камеры или те же самые? А, это те же самые камеры, вот выход к этому. Я не знал, что тут еще дверь есть, я даже не замечал ее. Окей, значит, тут больше ничего нет, получается. Та хрень, которая там ползала, это просто очередной кошмар. И что там горит вот это интересно? Вообще локация больше, чем я ожидал. Какая-то дверь. О. Еще один проход. Нафига тут столько проходов? Может быть, раньше у них был смысл? Сейчас я этого не вижу. Что это такое? Просто знаю, что где-то здесь должен быть сет брони. А только где он? Охренеть, эта штука меня прям пугает.
это куда-то срез, что ли? Это тот самый срез? А, нет, это другой срез. Или нет? Или это тот самый срез? Вот, тут можно спрыгнуть. Да, я так понимаю, да, это тот самый срез. Вот там наверху есть фонарь. А тут висит еще одна амигдала очередная. О, щит, стоп. Нафига я сюда спрыгну? Что это такие за светящиеся штуки? Вот что меня интересует. Это то, что меня интересует, во-первых. Во-вторых, меня интересует, что это за хрень вообще и насколько она опасна. Вот это вот. Блин, там лут лежит. Насколько эта штука опасна реально, мне интересно. И вот это что за штука тоже? Узрите, бледнокровные небеса. Что? Бледнокровные небеса. И почему эта штука перестала светиться? Так это должно быть. Это хороший. Кажется, я могу прокачать меч. Теперь. Их там две даже. Воу! Воу! Это стрём был. Все, я заикаться начал. Блин, их там целых три. Меня подловили, короче, я хотел сказать. Так, одна. Воу-воу. Какая стрёмная хрень. Чисто визуально. Она не такая опасная. Что это?
какой-то самоцвет. Очень много сокращений. Трудно понять смысл, потому что сокращений очень много. Так, лучше подлечиться. Блин. Но они на самом деле не такие сложные. Такая дверь выглядит прям вот как будто бы в нее надо войти, но нет. Меня интересует, где сет брони, который я тут... Я уверен, что он тут есть, типа. Но где он? Лежит. Надеюсь, это он. Нет, то нитрус. То нитрус у меня, по-моему, уже был, или нет? Или в магазине я его видел. Что происходит? Вот не пойму. Эта штука перестала светиться тоже. Покоцало немножко, но перестало светиться. Сет брони, может, там внизу, блин. Фиг знает. Еще одна амигдала висит тут, я что-то даже не заприметил сначала. То есть там еще снизу есть всякое. И даже вполне возможно, что там босс файт. Там очень много лута, кстати говоря. Тут никто ничего не выполнил. О, вот она. Вот это хотелось. Вот туда я, блин, не хочу идти, на самом деле. Хотя это не выглядит как арена босс-файта. Так, я хочу куда-нибудь спрятаться, чтобы... Чтобы примерить одеяние. Безопасно, надеюсь. Так. Как это называлось-то? Вот это вот, да? Блин, дерьмовое какое-то. Реально нет ничего лучше того, что я сейчас ношу. Причем ношу я это уже давно. А лучше так ничего и не нашел.
В общем, свет так себе, на самом деле, который я подобрал. Хоть он и, наверное, крутой, типа, визуально. Визуально крутое, по характеристикам нет. Так, что бы мне сделать? Интересно, там босс или нет? Вообще выглядит немножко похоже на... Еще раз сейчас посмотрю одним глазком. Не хочу идти к боссу со 17 тысячами. О, стоп, а тут что еще? Открывается. Не знаю, какая-то локация, если никого не видно из врагов. И такие ворота. Что-то как-то подозрительно. Тут ничего нет. Пойду-ка я это прокачаю пушку заодно. В смысле меч. Плюс 9. Отлично. Вот я самоцвет еще подобрал. Посмотрите, может он хороший. Ну вот это подобрал. Двенадцатый уровень, но что-то... то он не очень вроде как, если цифры не врут. Что-то ничего нет интересного, да?
Меч плюс 9. К игре, конечно, не относится, но... Сейчас продается очень острая лапша в Токио. Быстро, ну типа доширака. Короче, она реально какая-то очень острая. Прям съел и теперь живот болит. Меньше махать оружием. Вот. Слишком остро, слишком. Так остро, что потом внутри как бы чувствуешь, как жжет внутри органов. Ну, в смысле, кишечник, не знаю, желудки жжет. А, я купил две пачки, поэтому придется еще раз ее есть. Воу-воу! Мне повязался ли он шевелился? Тоби. Там стопудово босс, поэтому я хочу вкачать еще один левел перед тем, как пойти к нему. Фармить отголоски больше негде. Ну там, кстати, вот эти штуки стрёмные. Не знаю даже, как их описать, но... Они достаточно слабые, за них дают 1600, что ли, за каждого. Достаточно много. Но их там мало. В плане... существ. Я их только что всех перебил, поэтому придется опять тут фармить. Ладно, мне лень туда идти, к этим инопланетяшкам. Пойду опять к своим старым добрым людям. У него всегда есть патроны для меня. Добрый дядя. Всегда патроны держит. На случай, если я попрошу. Нет? Нет.
вторая где? Ну так давай, иди сюда-то, думаем. Шо ж ты? Ну я чуть-чуть посмотрел там, что там есть. Теперь можно налево там, на выходе из... Во-первых, теперь там срез работает, так что можно просто спускаться вниз. Во-вторых, налево можно не ходить, если из тюрьмы смотреть налево. Да и направо можно не ходить, а просто пробегать. Не знаю, может быть там новая локация. Блин. Может быть, то есть продолжение локации, а может быть там босс. Ну. Ребят, у меня не так много времени. Давайте. Это немножко неприятно. Блин, аккуратней. Что ж ты не смотрел-то под ноги? Четыре мне нужно вроде как, да? Да, 55 даже, по-моему. С копейками.
Да ладно. Я застрял, блин. Отлично. Что за день сегодня? То завис, то застрял. Ладно, тогда сделаем вот так вот. Капец. Сегодня игра зависла. Сегодня игра меня поставила в такое вот положение. Я застрял. Welcome. What is it? Very well. Let me. Блин, даже не знаю. Ладно. Farewell. В начале следующего стрима я, ну, по Bloodborne я решу, что прокачать, прокачаю, и потом пойдем дальше туда. Может быть, там будет босс-файт в Яргуле. Все, до следующего раза.